Дорогие выпускники, сегодня я лично и весь профессорско-преподавательский состав нашей Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова испытываем тройственное чувство. Это и радость, и грусть, и гордость за вас, выпускников 2020 года. В это сложное для нашей страны, да и всего мира время нашу консерваторию закончили более 150 выпускников и в условиях дистанционного обучения подтвердили свою профессиональную состоятельность. Среди наших выпускников 32 диплома с отличием, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Приятно отметить, что среди вас не только граждане России, но и представители других государств. Уже в недалеком будущем вас ожидает большая творческая работа. Это и музыка, и театр, и педагогическая деятельность в различных областях культуры и искусства. Уверен, что вы достойно будете нести эту благородную миссию. И нам приятно будет услышать в скором времени, что среди новых талантливых композиторов, музыкантов, педагогов, выпускники нашей Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. В добрый путь!